Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 4-й серии турецкого сериала «Таинственный сад». Ранее мы увидели, как Демир совершенно не понимает поведение Назлы. Он интересуется у женщины, почему на протяжении стольких лет она скрывала от них своего ребенка. Он говорит, что если ей так хочется, то молчание может продолжать, однако он все равно узнает правду. Назлы говорит о том, что их семья – самые настоящие убийцы для ее мужа. Когда Демир впадает еще в большее непонимание, Назлы говорит мужчине, что ему стоит поговорить с отцом. Демир приходит к Назлы. Он хочет забрать у нее ребенка, но она готова сделать все для того, чтобы не допустить этого. Между ними снова происходит конфликт. Она просит Демира оставить ее ребенка в покое. Когда мужчина хватает ее, то между ними проскакивает искра. Премьера 4-й серии турецкого сериала «Таинственный сад» состоится 5 ноября.